Сегодня поговорим о ключиках для снятия плафона. Их вот существует несколько видов. Первый у нас самый маленький. Он предназначен для люстр с галогеновыми лампами. Он вот такой вот маленький. Галогеночку на люстре держит вот такая гаечка на 14. Чтобы туда в плафон не лезть, потому что плафоны бывают бутончиком, квадратиком. Рукой неудобно там лезть. Вот существует такой ключик. Он у нас легко одевается на гаечку в плафончике там. Вот так вот оделся. И откручиваем мы ключиком. Гаечка у нас остается в ключике. Мы снимаем. Снимаем плафончик. Плафончик помыли, заменили. Все. И прикручиваем на место плафончик. Таким же способом. Одной рукой мне неудобно. Так вот прикручиваем. Все, вынимаем ключик, все, плафончик прикрутили. Сейчас я все это наглядно покажу. Вот плафончик мы откручиваем. Вот таким ключиком, вот таким способом. Вот он в гаечку здесь заходит. Вот. Также вот, также для таких вот кубиков тоже подходит. Тоже такая гаечка, вот так вот берем. Откручиваем. Не рукой туда лезть. Вот гаечка у нас остается. И плафончик снимаем. Вот все. И также устанавливаем на место. Помыли его. Помыли под водичкой. И все. И назад закручиваем. Все закрутили. Если потуже. Закрутили. Ключик сняли и установим лампочку. Следующий ключик. Это у нас вот такой вот. Ключик для 14. Для цоколя Е14. Под маленький барашек. Тоже очень удобная вещь. Тоже так вот. В пазике он ходит. И барашек откручивается. Вот такой вот ключик. Тут под маленький уже барашек подходит. Ключик вот такой. Вот мы откручиваем. Тоже так раз. И откручиваем плафончик. Все, тут под такую люстрочку. Так, вот на этой вот тоже подходит ключик. Тоже раз и откручиваем плафончик. Чтоб рукой туда не лезть. Так вот под это тоже подходит. Так, другой вид ключика. Вот такой металлический. Он служит для снятия так называемых сыпучих плафонов. Для удобства снятия. Тоже сейчас его покажу. Вот такой металлический ключик. Он также удобно, легко заходит в плафончик, чтобы не рукой лезть. Вот таким плафоном. Таким ключиком. Металлический. Он вот под такие вот. Они вот сыпучие. Он тоже вот так вот заходит. Вот так вот. И откручиваем плафончик. Откручиваем. Все, не буду тут на потолке откручивать. Так вот легко мы его раз берем. И вот он крутится. Открутится. Все, чтоб рукой туда не лезть в плафон. Вот. Он большой плафон. Вот так вот, это для таких у нас. Так, и последний ключик вот остался. Это уже для цоколя Е27. Ключик тоже очень удобный. Легко им снять барашек. Чтобы рукой не лезть. Особенно вот для узких плафонов, стаканов. Просто узких плафонов. Рукой, чтобы просто туда... Нам не лезть, вот существует такой ключик. Очень удобный, легкий. Он пластиковый, вот тут такие вот рисочки есть для руки, чтобы в руках он не скользил у нас. Вот так вот, очень удобная вещь. Также еще вот этим ключиком можно еще лампочки выкручивать.
также, если они глубоко в плафончике находятся, ключик вот так вот легко одевается на лампочку. Так вот раз. И фиксируется. И все. И мы лампочку либо закручиваем, либо выкручиваем. Выкручиваем, допустим, перегоревшую в длинный стакан. И вкручиваем потом хорошую лампочку. Потом так раз вкрутили и отсоединили. Очень удобно. Не лезть рукой. Есть вот такой ключик. Так, спасибо за внимание. Подходит уже для любого обычного плафона. Вот так мы тоже за это вставляем его и откручиваем плафон. Все, тоже лезть сюда не буду. Вот такой плафон, под любой плафон. Хоть вот такой тоже плафон, тоже легко вот раз и откручиваем его. Вот такие кубики, тоже этот плафон, тоже ключ подходит под этот. Тоже так раз и откручиваем плафончик. Такую люстрочку тоже подходит. Так, вот к такой еще люстре подходит этот вот ключ. Вот. Тут плафон узкий. Вот как раз для него раз. И ключиком откручиваем. Вот так.